Красивый мир! Сегодня в Москве начался финал всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты». В состязаниях участвуют 9 команд, которые представляют военные округа, а также рода и виды войск вооруженных сил страны. Борьба команд началась с легкоатлетической эстафеты. В прошлом году победителем стала команда военно-воздушных сил. В этот раз летчики намерены повторить свой успех. Сегодня они это доказали, выиграв эстафету и захватив лидерство перед вторым этапом плаванием. В этом году интрига была, сказали, что летчики хорошо плывут, наверное, плохо бегают. Мы доказали, что мы и бегаем хорошо, поэтому у нас равная борьба будет, поэтому победит сильнейший. Командный дух команды военно-воздушных сил, он на высоте, поэтому мы готовы к борьбе, к равной борьбе, к серьезной, сильной борьбе. Соперники у нас достойны, тем более сегодня как бы западный военный округ предоставил и показал, это на эстафете доказал реально, вот второе место они взяли на эстафете, поэтому мы готовы к борьбе, самой честной и нормальной. Кроме легкой атлетики и плавания, участники соревнований будут состязаться в стрельбе из пистолета Макарова, а также в гимнастических упражнениях.